Напомню, Сергей Усачев, бывший директор муниципального предприятия ДРСУ, был задержан сотрудниками Следственного комитета совместно с представителями ФСБ по городу Ангарску в прошедший четверг. Вот как прокомментировал обстоятельства этого дела начальник следственного отдела по городу Ангарску Никита Гранин. По версии следствия, Сергей Усачев, бывший директор муниципального предприятия города Ангарска, дорожно-ремонтно-строительственного управления, являясь должностным лицом, вопреки интересам службы, при исполнении договора подряда, который он заключил с одним из крупных предприятий, совершил у этого предприятия хищение денежных средств. В настоящее время речь идет о хищении нескольких миллионов рублей, однако точная сумма еще устанавливается. Ситуацию также прокомментировал заместитель главы города Дмитрий Чернышов. В декабре прошлого года он временно курировал вопросы зимнего содержания дорог и сразу понял, что с финансово-хозяйственной деятельностью муниципального предприятия ДРСУ не все в порядке. По инициативе главы города контрольно-счетной палатой была проведена проверка, которая выявила нарушения в деятельности муниципального предприятия. Это стало поводом для подачи заявления в прокуратуру. Я неоднократно говорил, что для меня лично, хоть как заместителя и не курирующего эту сферу, но мне очень удивительно, почему муниципальное предприятие, у которого имеется асфальтовый завод и карьер, по результатам года, в частности, на отчетную дату, имеются убытки. Для меня это абсолютно непонятно. И откуда вырастает кредиторская задолженность 14 миллионов, которая не была на конец года. То есть это очень странно и очень непонятно. Сегодня Сергей Усачев находится под подпиской о невыезде. Вся бухгалтерская документация изъята. Проведены обыски в квартире подозреваемого и в офисах предприятий, которые, по версии следствия, могут фигурировать в мошеннической схеме. Если факты, отраженные в акте КСП, будут доказаны, они станут дополнительными эпизодами в данном уголовном деле. Тогда бывшему директору ДРСУ предстоит ответить еще и за хищение муниципального имущества в особо крупных размерах. Стоит отметить, согласно части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», Сергею Усачеву грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Законом установлен двухмесячный срок расследования уголовного дела по данному факту. Мария Сумкина, Наталья Зарубина, Владимир Селиванов. Местное время.